Алло. Алло. Банк транспорта на изыскание. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это? Алексей Юрьевич. Кто меня спрашивает? Банк транспорта спрашивает. Александр Михайлович меня зовут. Как зовут? Почему вы якобы не слышите, а? Да господи, скажите, вот как вас зовут, скажи вы что-нибудь. Что? Вот что сейчас скажи что-нибудь не так, не то. Сразу услышите. А как зовут человека, вы не слышите. Да елки-палки, ну ладно, не хотите представляться, не надо. Буду вас называть ну, просто а как-нибудь, как мне. Ну что, вам трудно представиться или что? Ничего я вам себе... сказал, мне зовут Оксана Михайловна, в чем дело, ты не понимаешь. Оксана Михайловна, как ты сказала? С банка Траст, уважаемая организация, а сотрудники какие-то невменяемые. Можешь сказать, Оксана Михайловна меня зовут? Можно не можешь сказать, а можешь сказать. А знаете, что не сказать-то, а? Есть у вас там вот Лейла Хабалка, Ильнуровна. Блядь, какая-то. Звонит вот и надеется на то, что с ней а будут нормально кто? Разговаривать. Давайте я про вашу жену поговорю. Она, может быть, тоже давай такая поговорим жизнь? О моей жене. Ты ее знаешь? А? Буду знать сейчас. Как? В соцсетях, наверное. На все соцсетях, знаете, зайдешь, везде она, наверное, есть. Можно ну давай, так, давай, знаете, говорить о моей жене. Моей жене давай говорить. А чего тогда, я не пойму, начинаем сейчас меня обсуждать. Вы договор с Трастбанком заключили. Да я попросил тебя спокойно представиться, вежливо ты начала там блеять, что-то как овца последняя. Не ты начала, а вы начала. Нормально разговариваем, ясно? Да ты что? А ты рассматриваешь слишком грамотно. У тебя окружение такое, где вот это вот нормально считается, да? Какое окружение? Да вот такое окружение. Бараны да овцы вокруг тебя сидят. Я тебя попросил спокойно представиться, вежливо ты начала мычать, что-то там блеять. Вот тогда, значит, это ты получаешь... у вас такое мнение-то? Ну, у меня мнение от того, женщина, что я слышу а? Тебя, овца, слышишь? Как женщина, вот тараторите. Вам не стыдно? Мужчина давай я должен тебя быть послушаю, женщина. В женщина, ясно? Давай, женщина, рассказывай. Мужчина должен быть сдержан в своих словах. Да, мужчина, а не давай, как давай, давай, на я рынке. Помолчу, все как подряд мужчина. Перебирают. Ну, что ты мне хочешь сказать? Всех подряд. Что ты мне хочешь сказать? Позвонила Оксана Михайловна. Вы сначала докс вы закройте, ясно, потом разговаривайте. А если грамотно, не закрою, что туда. Ты сделаешь там? А со стула со своего свалишься? У вас. Не слышишь, жена вот звонят и мне что-то надеются, что с ними месяцев. Будут нормально разговаривать, а? У вас там в методичках что написано? Наехать что-то. На человека, да? Не получилось, боже дура, блядь. Со стула свалить там, блядь. Это вы, у вас что за такое эго-то? Слишком заученное. Да нормальное вами, эго а? С вами. Как по-другому нормальное? Разговаривать, дебилы? Нормальное? Да. Вы себя слышите, что говорите, нет? Да, я или внимательно вы привыкли, тебя наверное, слушаю. Знаете, у вас а ты надеялась, детстве, что наверное, я с тобой буду разговаривать и щукать, что ли? Да ты дебилка, блядь.